На улице близ поселка Ленинский сегодня кипит работа. С данного участка начинается запланированный на этот год капитальный ремонт дорог муниципального значения. Установка бортового камня, замена полотна и устройство разъездных карманов – перечень работ на этой дороге. На новые бордюры менять необходимо в целях безопасности, объясняют дорожники. Старый бордюрный камень находится уже глубоко в земле. То есть эту дорогу много лет ремонтировали, поднимали. В итоге она сейчас достигла уровня федеральной трассы, и водоотвода практически не стало. Нам нужно теперь снимать, демаркировать этот асфальт, понижать существующий уровень асфальта на этой дороге относительно Ильинки и менять дорожный борт. На 500 метрах дороги от торгового комплекса «Мираж» до центра «Ильинка Спорт» уложат новый асфальт. Но прежде сделают расширение в нескольких местах для того, чтобы машины могли разъезжаться. Этот участок первый на карте капитального ремонта в Красногорском районе, но далеко не последний. Проведено уже порядка 6, наверное, аукционов по ремонту дорог, которые уже проведены, уже определены победители. Победители все из нашего практически района. То есть мы своими собственными силами, своими подрядчиками производим здесь работу. Подрядчики не подведут? Не подведут. Они, по крайней мере, у нас всегда здесь, на виду, и качество, гарантию они дают. Подобные работы будут проведены и в других населенных пунктах поселения. В Ильинском на 5 участках и в Отрадненском на 4. Общий объем финансирования составил 30 миллионов рублей. С января этого года в сельских поселениях за ремонт дорог отвечает администрация Красногорского района. Вернее, специальная служба, которая была создана не так давно. На вопросы, не поздно ли выходят работники на объекты, все-таки осень на носу, дорожные эксперты отвечают однозначно. В этом году можно будет еще, наверное, до ноября работать спокойно. Тепло на улице, температура позволяет и асфальт класть, и земляные работы производить. Так что в этом ничего такого нету. А вся вот это то, что поздно получилось, это все, это не от нас зависит. Поскольку полномочия району передали только с Нового года, как таковой структуры, занимающейся дорогами, у нас не было 8 лет в районе. Сейчас она образована. С Нового года сменятся и подрядчики, которые обслуживают дороги. Транспортные артерии вновь образованная служба района первым делом инвентаризировала. Теперь известно не только протяженность, но и их реальное количество. Анастасия Евстафьева, Евгений Волков, Марианна Быстрова, КРТВ.